Управляющая компания «Бронко Групп» приступила к масштабному проекту по увеличению производственных мощностей завода «Измерон». В рамках проекта предполагается реконструкция существующих и строительство новых производственных корпусов, создание испытательных стендов и обновление парка оборудования. Таким образом, компания сможет оперативно реагировать на растущие требования заказчиков. Объем заказов растет. Нам нужна новая территория, которую можно будет насытить новыми технологиями, передовым оборудованием, которое позволит расширять нашу производственную программу. Именно поэтому руководством холдинга «Бронко Групп» было принято решение о расширении завода на территории Кировского района Санкт-Петербурга. Наряду с традиционными комплексами подземного оборудования на новой площадке предполагается организовать производство инновационных систем, обеспечивающих не только мониторинг, но и дистанционное управление внутрискважинным оборудованием. Большая часть инвестиций, помимо самого строительного процесса, будет направлена на разработку новых технологий, которые позволят не только усовершенствовать сами комплексы подземного оборудования, но и уже дистанционно управлять конкретными процессами. Новые площади завода «Измерон» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.